Выбирать еду – это... Привет. Сейчас минуточки две посмотрим, кто присоединится, и будем тогда уже начинать. Остальные в записи посмотрят. Так, я что-то не могу найти. Сейчас у нас продублируется прямой эфир на YouTube-каналах. Привет, привет. Привет, ребят. Сегодня выхожу без единого фильтра, специально даже расчесываться не стала. Потому что мне столько комментариев вышло, что как так вы в эфирах выходите с фильтрами? Ребят, фильтры, они нужны не для того, чтобы красоту какую-то навести, потому что если человек красив, то он и так красив. Если он... с какими-то изъянами, то фильтр не поможет. Фильтры инстаграмные, они для света. То есть я сейчас вот вижу на себя, смотрю, я в жизни немножечко не такая. То есть у меня есть какие-то тени на лице, а здесь вот у меня какое-то вот единое, потому что единый большой свет. Но если вам так хочется меня смотреть без фильтров, то я, конечно, с удовольствием без фильтров. Такая, какая есть. Потому что фотографии у меня, например, в Инстаграм, они у меня без фотошопа. Я не умею пользоваться фотошопом, и поэтому вот они у меня такие, какие есть. Нет, там, по-моему, одна или две фотографии мне сын пытался сделать, но там на лице практически одни глаза были, что-то нос вообще практически сравнялся с щеками. Но есть такие фотографии, там, по-моему, одна, по-моему, такая фотография есть. Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо большое. У меня тут девочка задала один такой интереснейший вопрос про то, что... ее очень часто пытаются обманывать на деньги. Хотя она говорит, я, например, никого не обманываю на деньги. Говорит, у меня вообще такого нет, но я прям вижу, что вот он постоянно обманывает. И это действительно интересная тема, но мы уже заявили тему на 2 дня, то есть на сегодня вот у нас тема сыроедения, как я перешла на сыроедение и как это стало моим трамплином в автономную жизнь. И следующая тема у нас во вторник на моем канале будет про автономию уже. А вот следующую тему, наверное, мы вообще разберем по полочкам, поэтому если у вас есть какие-то вопросы вот именно по той теме, пишите, прям можете под этим видео написать, что в Ютубе, что в Инстаграме. Я в любом случае все комментарии читаю, на некоторые просто не успеваю отвечать, но комментарии я читаю все. И если есть какие-то ваши личные замечания, ваши личные какие-то наблюдения, что с вами происходит, вот тоже какие-то такие моменты, что вы вроде открыты людям, готовы давать, готовы отдавать, а они вас пытаются все время использовать, они вас все время пытаются где-то обмануть, где-то не договорить, может быть, где-то не додать. Поэтому пишите, и мы тогда либо в следующее воскресенье здесь разберем эту тему, либо, я вот не помню, она есть у меня в закрытом клубе или нет, либо в закрытом клубе мы можем эту тему раскрыть, и если она достаточно интересна будет, если много будет там каких-то ваших наблюдений, там еще что-то, то мы еще вынесем ее еще сюда. Поэтому, если кто еще в закрытом клубе, то тоже присоединяйтесь. У меня это постоянно происходит. Да, Наташечка, вот я про тебя как раз и говорю, но просто тема сейчас заявлена другая, чтобы мы не переключаться, потому что там вопросы есть тоже по этой теме. Поэтому если либо в закрытом клубе об этом поговорим, либо тогда в следующее воскресенье. Вот, и в закрытом клубе, ребят, видели, какие работы скидывают? У нас вчера была на марафоне вчера депривация сна с ребятами, но у нас в этот раз марафон столько много ребят, такие все интересные, с таким разным опытом, это просто что-то с чем-то. Вот. И у нас получается, что у нас марафон, сам марафон, он более длительно проходит, потому что каждому хочется высказаться, каждому хочется получить какие-то вопросы на свои инсайты, и это обязательно нужно, потому что, чтобы понять, что с тобой произошло, это, конечно же, нужно обязательно это все проговаривать. И мы еще, так как все равно я не сплю, поэтому мы еще устроили ночь депривации в закрытом клубе. Мы в закрытом клубе в 4 утра у нас был эфир, и я с ребятами дала им технику прорисовки нейронных сетей. Мы с ними порисовали. Естественно, этот эфир остался. Если кто-то еще не присоединился в закрытый клуб, но хотите присоединитесь, присоединяйтесь. Там все эфиры, которые мы с ребятами болтали, они все есть. То есть вы можете в любое удобное время для вас это сделать. Там такие ребята, там особенно у нас Артем такую картину нарисовал. Я аж сама офигела. Так, Светочка, добрый вечер. Как вступить в закрытый клуб? Напишите, пожалуйста, в личку, в директ, либо в школу автономию, либо в мой аккаунт, без разницы абсолютно куда. И вам там я скину, как вступить. Это все элементарно просто. Там вход у нас идет 500 рублей. То есть не вход, а за месяц. Месяц 500 рублей, как членский взнос такой вот я решила сделать, чтобы было интересно и мне постоянно, и там что-то болтать, чтобы я вот не было такого, что там, вступили и все. Ну, хотя у меня такого нет, я вообще с удовольствием сейчас. Мне вообще почему-то нравится общаться. У меня нет такого, что я говорю там, где не хочется. А я, видимо, чувствую, что вам нужна вот эта информация, и она ко мне приходит с огромным удовольствием. И я, когда я делюсь, то есть если даже я понимаю, что я хочу спать, вот я уже 2 раза выходила с ребятами в эфир, ну, в Телеграме, там тоже каналы, меня приглашали поболтать. И вот я, когда вот отдам вот эту вот энергию, и у меня такое сразу же облегчение, конечно же, весь сон проходит. Но со сном тоже нужно все это постепенно делать и очень аккуратненько. Как оплатить из-за границы? Точно так же, ребят, из-за границы очень часто мы сейчас перешли на PaySend, не на PayPal, PaySend. Во-первых, это намного проще. Намного проще, чем что платежи приходят ежеминутно, ежесекундно даже. Вы отправили, мне уже пришли. То есть подтверждение, я уже сразу же вижу ваше подтверждение. Во-вторых, там комиссии практически нет. Она настолько ниже, чем в PayPal, что вы просто, блин. И это можно сделать с телефона. То есть приложение устанавливаете на телефон, это вам вообще ничего сложного. И оно намного быстрее идет. Через PaySend платежи проходят сразу, а комиссии нет. То есть не нужно будет ждать и подтверждать, чем через PayPal. Мы пробовали через PayPal. Но это очень проблематично, потому что PayPal очень часто возвращает платежи, и у нас уже человек, получается, прошел марафон, а мне либо ему, я ему говорю, там платеж не дошел, потому что они от 5 до 7 дней идут. Очень часто с большими процентами, то есть очень часто мне падали с большими процентами. А чтобы ему доплатить вот эту вот маленькую разницу, он, получается, переплачивает еще вдвойне, потому что сам перевод бывает, что тяжелее весит, вот эта вот процентовка, чем сам перевод. Вот, поэтому, ну, такая она немножечко устаревшая, наверное, система, это PayPal. Ребят, переходите на PaySend, я вам просто рекомендую, кто уже перешел из ребят, она очень простая, там прямо в 2 клика. Вам буквально нужно сделать будет 1 перевод, и вы поймете, как это делается. Если кому-то что-то непонятно, то через школу автономии, может, через директ школы автономии, через саму школу автономии, через сайт, там вам все покажут, подскажут, все скинут. Это делается очень-очень просто. Вот. Поэтому за это даже не переживайте. Вот. Ну, ребят, задавайте свои вопросы. Я пока вам начну рассказывать, как, что такое сыроедение для меня и что такое автономия для меня. У меня не автономия, только кошки. У меня 3 кошки, кошка родила и ушла куда-то благополучно. И так получилось, что мы их никому не раздали. Но отдавать мне их кому-то жалко. И вот у нас дома 3 кошки сейчас живут. И они прям такие все жирненькие у нас. Соседи, которые по улице ходят, они говорят, как удивительно, говорит, 3 кошечки, говорит, такие маленькие, и все, говорит, одновременно беременные. Нет, это такие они у нас просто жирненькие. Смотрите, я, наверное, какое-то время, но я даже не скажу, что я придерживалась, но для меня было такое вот, имело место быть, я бы так сказала, такой момент, что еда для меня подразумевалась как просто еда. И неважно, облегченная она была или нет, я их почему-то ее сравнивала либо с алкоголем, либо с сигаретами. То есть, когда алкоголь пьешь, неважно какой он, легкий, пиво это или там водка или коньяк крепкий, да, это все равно алкоголь, он все равно действует на наши клетки определенным образом. Точно так же, как и сигареты. Когда человек курит сигареты, легкие или обычные, как они называются, ну, обычные, наверное, называются, да, он все равно втягивает в себя эти смолы. Причем уже, насколько я понимаю, что доказано, что смол, что в том практически одинаковое количество. Но сейчас речь не об этом. И я все время думала, что то же самое это касается и еды. То есть неважно, какую еду ты ешь, она и та вредна. Вот. Самое главное для меня на каком-то этапе было, чтобы это не переедать, как бы все время, чтобы у тебя было легкое чувство голода. Но так как я астматик, можно сказать, что в прошлом астматик, да, вот, но... Просто возьмем, что я астматик, который сейчас не пользуется препаратами. Вот. Так как я астматик, я прекрасно понимаю, что астма это не легкие, ни в коем случае. Астма это наш желудок, это наш живот, наша жива. А наша жива это там, где у нас стоит наш реактор, который запускается, через который мы формировались, еще раз повторюсь, через пуповину, через живот, через живо мы все сформированы. И именно там, чтобы человеку в этом мире находиться, ему нужно дышать. И чтобы ему дышать, нужно в первую очередь, чтобы его жива была в порядке. Потому как только человек, который астматик, начинает есть не ту еду, так скажем, да, то у него перестает работать диафрагма. Диафрагма перестает работать, и он начинает задыхаться. Не легкие перестают работать. В них точно так же можно с трудом запустить воздух и с трудом выдохнуть. Но это не из-за того, что они не так работают, а это из-за того, что наша диафрагма не так работает. А диафрагма, она у нас работает по-иному, только лишь из-за того, что у нас в желудке что-то не то, что нужно было для работы этой диафрагмы. И когда я начала все больше и больше в этом разбираться, в этом ковыряться, естественно, экспериментируя все на себе. То есть я на себе переэкспериментировала абсолютно все. Ну, что касаемо еды, ну как абсолютно, я не имею в виду, что все блюда на свете, а я имею в виду, что какую-то группу еды, да, которые я экспериментирую. И я могу сказать сразу же, что как только я поем мясо, неважно, какое это мясо будет, неважно, какое это будет мясо, неважно, как оно приготовлено, то есть паровое, жареное, вареное, сырое, ну там есть сырое, да, знаете, что подают тоже сырое, колбасы, либо это курица, либо это какая-то дичь, либо это рыба. Ну, рыба немножечко другой аспект, да? Ну, вот возьмем тогда мясо и дичь, птицу. Какое бы мясо я ни съела, мне на следующий день у меня получалось как такой, как типа аллергической реакции, пищевой аллергической реакции. То есть меня не обсыпало, у меня не вылазили прыщи, у меня не было какого-то отека. Но у меня постоянно на следующий день мне было не том, что тяжело дышать, а астматики, наверное, меня поймут, мне было неудобно дышать. То есть я вроде бы и дышу, но оно дыхание поверхностное, оно не такое поверхностное, когда ты находишься на минимальном количестве еды, когда тебе уже этот кислород особо не нужен. А оно находится, оно идет именно такое поверхностное, когда ты не можешь как бы насытить себя вот этим кислородом, и у тебя получается такая немножечко еще паника дает в мозг. И вот это вот состояние, оно отвратительное. И это вот после такой еды. Если я ем любые супы, либо любую варенку, пусть это будет даже гречка, то я себя чувствую достаточно хорошо, чувствовала достаточно хорошо, но если я начинаю куда-то долго идти, либо быстро идти, либо заниматься какими-нибудь кардиоупражнениями, то есть, может быть, какая-то легкая пробежка, либо велосипед, то я понимаю, что я выдыхаюсь прямо на, ну не знаю, на километре втором, наверное. Вот. И если ты живешь обычной жизнью, самой обычной, ходишь в офис, то есть нигде особо не напрягаешься, то веганство, вегетарианство – это такая достаточно повседневная, я бы сказала, еда, которая позволяет тебе плюс-минус достаточно комфортно существовать в тех условиях, в которых ты существуешь, то есть без максимального количества спорта, без того, чтобы ты хотел, чтобы у тебя там, не знаю, там к 50-60 годам, там, может быть, морщина не повылазит, я не знаю, но без фильтров у меня, ну, может быть, у меня как бы генетика такая, я не знаю, но у меня практически нет этих морщин, их практически не видно, и вот этих вот тоже у меня заломов нет. Но они на сухих днях, они как бы очень хорошо сами по себе натягиваются лицо, как бы вот эти вот морщинки, они уходят. Вот. Именно поэтому я сегодня без фильтров, чтобы вы уже видели, какая я есть. Но фильтры, с фильтрами мне нравится больше, потому что там свет, очень красивый свет. Вот. И поэтому вегетарианство, веганство – это еда вот для такого состояния. Вот. Если мы говорим, дальше очищается организм, это сыроедение. Сыроедение – это уже когда ты себя очень хорошо чувствуешь, ну, достаточно, прямо у тебя энергии куча, когда ты можешь себе позволить уже длительные какие-то, ближе к марафонским дистанции, да, кто-то бегать любит, кто-то на велосипеде, я как бы велосипедист заядлый. Вот. Это уже хорошо, но на этом этапе начинает очень сильно чиститься ваше тело, начинает очень сильно выпадать ваши, ну, волосы выпадать, ну, у меня, по крайней мере, так было, у меня прям клоками они лезли, и я была вообще абсолютно вся седая, вообще полностью, ну, как, не то, что белая, но у меня было очень много седых волос, и они были не такой неблагородной седины, а такой некрасивой седины, потому что остальные волосы, они были тусклые, и на фоне седины они все время смотрелись неухоженными. Но у меня просто еще как бы немножечко везет то, что у меня сами по себе волосы кудрявые, и их это не особо видно так было, но тем не менее. Вот если бы я была с такой головой, вот у меня сейчас голова, как по общестатистическим меркам, она, наверное, считается грязной. Да, когда вот голову там больше, вот сейчас вот уже прохладно стало, где-то шапки, где-то еще около недели ничем там ее не споласкивала, и, наверное, это считается уже как-то такой вот более-менее грязной. И это было бы очень-очень неприятно, очень неухоженно и очень вот так вот некрасиво. Вот, потом ногти. Ногти у меня очень сильно, они даже не слоились, они, знаете, вот так вот ломались, прям больше, чем под корень. Я не понимала, что с ней происходит такое. Но, естественно, как бы, ну что я сделала? Ну, ничего не сделала, ничего нет такого. Вот, это такой момент. И когда ты еще больше облегчаешь питание, с сыроедения начинаешь выходить на какое-то моносыроедение, то тогда у тебя оно начинает восстанавливаться, у тебя цвет кожи начинает меняться. Вот у меня цвет кожи, он такой слегка коричневатый. То есть я как бы не смуглая, но я не белая, я не серая, я не розовая. Я как-то вот такое больше к коричневому, что ли, слегка такое коричневое. Но вот я не знаю, при этом в свете видно нет, но в принципе я всегда такая на фотографиях, такая, но летом просто загоревшая. И мне кажется, что это такой плюс, что ты уже не серая становишься, и нет такого, что когда ты на каком-то холоде, то ты приходишь домой, и у тебя там нос красный, там какие-то такие сильный пигмент такой чувствуется. То здесь как бы все выровнено и так достаточно красиво. На фруктоедении я не была, то есть я люблю фрукты, но у меня не было такого периода, что я ела только фрукты. Почему-то для меня в моей голове было такое, что фруктовые кислоты, они не всегда очень корректно действуют на наш организм. И я все время переживала, что у меня около зубов, где-то, ну, короче, около десен, потому что многие рассказывали, что вот такие вот эмаль тончает, что ли, вот, и они такие как бы с ямочками. И мне как-то вот так вот было немножечко некомфортно, потому что я к стоматологам так отношусь, что я уж лучше, пусть они будут вот какие есть кривые, но мои зубы, но пусть они пока будут мои, пока не решат они полностью смениться, чтобы это было не точечно как-то. Хотя не факт, что они будут не такие же кривые, но это уже другой момент. И когда я переходила на сыроедение уже такое более облегченное, в моем сыроедении были салаты, то есть я любила, еще какой-то период у меня был коктейли, зеленые коктейли. Я прям не могу, я прям ими так отпивалась, это было лето, какой-то промежуток лета. Но я могу сказать, что я тогда выглядела просто, вот я с детьми ходила, хотя у меня дети еще были достаточно маленькие. Вот мы с ними, например, там пойдем в частном доме жили, там пойдем где-нибудь, там сходим, там видим, что яблоки растут. Да, на Урале это как бы, ну, яблони растут, когда не в своем огороде, а из какого-то двора ветки переваливают с этими яблоками. Ну, как бы, как их не взять себе. Вот. И даже один раз нас кто-то из соседей заметил, он говорит: да, я сейчас вашу маму поставил, нас втроем мы стоим. Я говорю: больше такого не будет. Он говорит: я тебе дам, больше не будет, я тебе сейчас, говорит, маму вызову. А я говорю: так я и есть мама. Он говорит: ты мне еще обманывать будешь, я тебя сейчас вообще в милицию повезу. Но мне на тот момент было, наверное, лет 38 уже к тому моменту. Вот. И, конечно же, я не стала его никак убеждать, потому что мне было как бальзам на душу. Я думаю, ну классно. Вот. И постепенно это фруктоедение, ну, овощеедение, сыроедение, вот такое вот легкое моно, я начала чувствовать, что я себя чувствую немножечко иначе. И мне захотелось начать экспериментировать со своим телом. Мне захотелось идти куда-то дальше. И я начала делать сухие дни, практиковать. И мне это очень понравилось. Но потом какой-то период я вообще забросила это, потому что думаю: нет, я так люблю кушать, я буду кушать все. Потом я начала кушать все, у меня был период. Опять я попала в плачевное состояние между жизнью и смертью, так скажем, что я... От меня опять во второй раз уже, когда отказались врачи, для меня это было уже такое, как бы, ну, все, ты уже не можешь там рисковать этим, поэтому надо что-то делать. Вот, и тогда я уже окончательно от этого отказалась и пошла вот в сыроедник, что мне очень нравилось и до сих пор нравится. То есть если я буду кушать, то я, скорее всего, буду кушать сырое, потому что это для моего организма вот классно. Но когда ты находишься вне еды, ты себя чувствуешь по-иному, ты тело свое чувствуешь по-иному. То есть если я на сыроедении, на малоедении, на моноедении, я смотрела на все, на весь мир из своего тела, и оно было завораживающее. то когда ты либо убираешь еду, либо ее минимизируешь, максимально минимизируешь, то ты смотришь уже объемно, ты уже смотришь, и тело уже в тебе. То есть не ты в теле, не ты принадлежишь этому телу, а тело принадлежит тебе. И это уже иное состояние, это иное восприятие. И когда ты это начинаешь чувствовать, когда ты начинаешь вот эти вот нотки улавливать, то тогда у тебя постепенно как бы вот такой трубильничек переключается, и у тебя все время стоит выбор. А ты хочешь идти дальше в это состояние, ты хочешь еще быть в этом состоянии, либо ты хочешь получить удовольствие от еды. И оно, когда ты начинаешь сравнивать, ты все время вспоминаешь, что удовольствие от еды, оно настолько краткосрочное и настолько получается уже тусклое, что ты как-то все время делаешь выбор в пользу естественных дней. Сейчас, ребят, тут вопрос уже очень давно задали, я его никак не могу. Алекс Бедняков. Болезненность мышечного корсета утихает с практикой когда-нибудь? А то 3 недели без облегчения. На работе уж очень тяжело. На работе ролики невозможно, а дома, наверное... Плачевые составы. А вы на... Алекс, вы на сыроедении сейчас находитесь или вы находитесь на сухих днях? Если мне нужно как-то более подробную информацию, чтобы понять, что у вас, потому что болезненность мышечного корсета у меня была, у меня очень долго шла болезненность мышечного корсета. Но я знаю почему, потому что я очень длительное время, я была на гормональной терапии более 30 лет. Это огромный период времени. И помимо гормональной терапии у меня, я очень часто употребляла внутримышечный эофилин. Я практически все время на нем сидела. А эофилин это, он разглаживает гладкую, расслабляет гладкую мускулатуру. И когда эти лекарства, либо подобные лекарства начинают на сухих днях выходить из вас, в том числе и на сыроедении, когда вы на сыроедении минимизируете, либо убираете соль, то вместе с вот этой вот жидкостью, которая посторонняя, выходят эти лекарства. И когда лекарства выходят, они как выкорчевываются. Это болезненное состояние. То есть у меня было несколько раз, ну, по крайней мере, в крайний заход, когда после 14 марта, вот когда я заходила вот в практику, у меня, наверное, день на 4-й, я это рассказывала в эфире, у меня начали ломить кости так, что просто, ну, это было больно, это было неприятно. Я практически сутки каталась на полу, я не могла ничего с собой сделать, у меня были такие боли. И самое, что было страшное, что вот они уже были в течение суток, и я вспоминала, я себя пыталась успокоить как бы теми моментами, ну как бы, ну ты же женщина, ты же рожала, боли были еще хлеще, чем вот это. Но там другое, там психологический аспект был тот, что когда ты рожаешь, когда у женщины схватки, она знает точно, что рано или поздно это закончится, что это продлится максимум какой-то промежуток времени, и это закончится. А здесь, когда уже прошло 24 часа, а у тебя боль не стихает, у тебя просто тебя всю выворачивает, выкручивает, то начинает уже включаться мозг, начинают включаться вот этот вот нотки страха, которые тебя просто потом накрывают. И они говорят, а вдруг это не пройдет никогда? А если ты не выйдешь, смотри, у тебя уже сутки, а легче не становится. А может быть еще что-то. И этот психологический аспект, он очень сильно вот тогда вот меня накрыл. Это были, наверное, 5-й или... Не помню, ребят, правда, какие сутки, но это была 1-я неделя. И я тогда понимала, что я даже если выйду... А я не хотела ни есть, ни пить, у меня не было такого состояния. У меня просто было вот такое вот состояние ужасное ломоты и уже страха. И я тогда приняла решение, и я выпила 1 шприц детского нурофена, это обезболивающее. Я не стала пить ни чай, ни есть никакие фрукты. У меня, может быть, уже было просто такое состояние, что мне уже не хотелось ничего есть, и я понимала, что если я съем, потом подожду, и если эта ломота не пройдет, то, возможно, я просто понимала, что меня страхом накроет еще больше. И я позволила себе вот это. Но я нисколько не жалею, это мой опыт. Возможно, если бы я просто попила какой-то травы, приостановила чистку, у меня бы было все по-иному. Либо съела бы кусочек соли, про который я еще тогда не знала, это я уже потом на себе начала экспериментировать, то, возможно, бы это тоже вот эта боль прошла бы. То есть буквально крупинку, две, в зависимости от вашего веса, соли под язычок кладете, и в течение 20 минут физическая чистка уходит, а ментальная, эмоциональная, психологическая, психическая, она остается. И это очень великолепное средство, но на тот момент я его не знала, и мне буквально, да, мне буквально 5 миллилитров, да, 5 миллилитров, по-моему, вот этот вот шприц, то есть чайная ложечка, мне буквально вот этого шприца хватило, чтобы у меня все это прошло. И как раз вот после того момента меня выстегнуло из сна на 9 суток без подсыпания вообще. То есть у меня, видимо, организм вот... Он так настрадался, или, я не знаю, вот вроде бы наоборот лечь поспать, да, я так и думала, что я завалюсь спать, но тогда у меня первый раз выстегнуло меня на 9 суток вообще без подсыпания, причем у меня было состояние такое, я, например, детей забирала с тренировки, они с тренировки были, пока переоденутся, пока то, пока сё, пока мы домой приедем, мне их нужно было покормить, собрать с ними рюкзаки в школу. Время 11 часов, и вот эти вот 11 часов я ждала как манна небесная. Мне казалось, я как лошадь сейчас усну стоя. И я когда их укладывала, с ними ложилась, чтобы их уложить, думаю, все, сейчас усну. Вот мне сейчас вот нужно будет просто вот, чтобы голова до подушки дошла и меня вырубить сразу. И что вы думаете, ко мне, вот я только ложилась, я с таким облегчением, думаю, все, наконец-то. Минут 15 я вошкаюсь в кровати, и через 20 минут я снова огурцом, и я вставала. И у меня такое было первые 4 дня, я не могла понять, что со мной. Потом думаю, ну что я сопротивляюсь? И все, я потом просто перестала ложиться. И вот 9 дней у меня прошло первых без подсыпания. Это когда вот первый раз, когда я почувствовала, что происходит с человеком на депривации сна. И только после... этого я поняла, как это клево входить в практику депривации сна, потому что я словила там те ощущения, которых я не знала, что они существуют в природе. Я никогда не слышала это ни от каких блогеров, я никогда не слышала их от... Ну, блогеров я имею в виду те, кто выступают, как я вот сейчас, вот, я не знаю, кто я. Те, кто передают свой опыт на камеру, никогда не слышала, чтобы они там подобное что-то рассказывали. Хотя мне уже сейчас говорят, что да, вот подобное что-то, вот это рассказывали, потом вот это. Но вот таких вот моментов как бы глубинных я ни от кого не слышала, и для меня это было прям открытие такое. И да, вот это вот первый мой опыт депривации, такой естественной депривации. Так, как сыроедить зимой? Постоянно срываюсь из-за холода. Кости стучат внутри, зимой, фрукты зимой добавьте, а зелень... Бывает, что уже не лезет. Фрукты зимой дубовые, а зелень бывает, что уже не лезет. Ребят, ну я вам точно могу сказать, что, во-первых, все в голове. Когда я начала сыроедить, мне прям это... Когда я начала сыроедить, я с таким энтузиазмом начала сыроедить. Ну как я с таким энтузиазмом начала сыроедить? То есть я понимала, у меня был период, что у меня был сильнейший приступ, я себе поставила гормоны такой дозировки, которые больше уже не поставить. Я вызвала скорую, а как бы уже этот адрес скорая знала. Она говорит, что ставила? Я говорю, ну вот как бы преднизолона столько-то, эофилина, вот. И как бы особо не помогает. Она говорит, мы больше не поставим, сердце не выдержит, фиксировать твою смерть никто не поедет, говорит. Давай так, либо, говорит, мы приедем уже к тебе, зафиксируем твою смерть, вот, потому что, говорит, мы все равно машину тебе сейчас не вызовем, будет она ехать очень долго, мы тебе из другого города, то есть я в пригороде жила на тот момент, И у нас почему-то наше село было привязано к дальнему городу, а не к ближнему. То есть не к Екатеринбургу, мы жили прямо рядом с Екатеринбургом, а в Свердский район, в другой. Там действительно скорая бывала ехала по 1:20, по 2 часа. Вот. Она говорит, она приедет, но вот через такое-то время. Вот, потому что фиксировать смерть, но это как бы нам статистику никто портить не будет. Говорит, зачем ты тогда вообще ставила? Больше поставить нельзя. Вот, и я, когда до меня дошло, что как бы фиксировать смерть, и мне стало так страшно, то есть во мне проснулся эгоизм такой жуткий. Мне было страшно не за то, что со мной что-то случится и меня не будет. Мне было страшно, что моих сыновей кто-то будет воспитывать другой. И вот это вот чувство глубокого эгоизма, что я их вообще не могу никому отдать и не могу вообще позволить, чтобы не видеть, как они растут. Я понимала, что если я усну, у меня сердце как бы оно становится. То есть там такая тахикардия началась, но кто принимает, либо принимал гормональные какие-либо препараты, они знают, что как действуют гормональные на все твое тело. Я понимала, что если я сейчас усну, то я уже, скорее всего, не проснусь, то есть у меня уже все не сработает. Я тогда начала искать информацию вновь, вот когда вот первый раз, и нашла вот это вот сыроедение. И я утром уже была 100% сыроедом. То есть я утром полгода, вот после этого дня, у меня полгода не было ни единого срыва. Не потому, что я себя четко контролирую, а потому, что я так начала порхать. Для меня, видимо, этот страх так сработал. И на тот момент у нас была такая ситуация в семье, что у нас денег практически не было. И чтобы сыроедить, то есть одно дело купить макарон с хлебом и наесться всей семьей, и сварить кастрюлю супа, да, это одно. А другое дело что-то себе сделать из фруктов либо овощей. И я тогда первые 2 месяца подряд я себе делала капустный салат, но я не могла его даже сдобрить лимоном, потому что как бы, ну, дорого было. Я его сдабривала, даже чуть-чуть добавляла туда уксуса, чтобы с небольшой кислинкой был. И единственное, что я себе покупала семя льна, которое я перемалывала в кофемолке и добавляла туда. И вы не представляете, для меня эти 2 месяца эта капуста, она была самым вкусным, что и было вообще на этом свете. А если кто-то нам приносил, еще принесли нам один раз тыкву, я себе сделала эту тыкву, просто тыкву с соевым соусом. То есть я соль тогда еще на тот момент не убрала, я еще не понимала как бы важность, неважность вот этого аспекта. И для меня это были просто божественные блюда. У меня не начали ничего вываливаться, у меня не начали... ни зубы вываливаются, ни волосы. То есть я, наоборот, единственное, что я очень-очень на тот момент сильно похудела. Я практически 38 килограмм весила. Вот. И, ну, все равно так значительно это было видно, потому что у меня костный состав, скелет у меня, он, ну, не знаю, у меня такие вот, у меня очень тонкие руки, у меня очень тонкие ноги, то есть у меня... И когда вот этот узкий скелет, то есть я понимаю, что на видео выглядит немножечко, может, по-другому, но просто сам факт. И когда на этом скелете всего 38 килограмм, то это выглядело как бы, ну, достаточно так необычно. И если учесть еще то, что у меня были тогда длинные волосы, и у меня еще волосы, у меня вот такая вот грива была. То есть, если я вымою, вот у меня вот прям такая вот грива. Как раз на фоне вот этой вот огромной головы, как казалось, что огромной головы, вот это вот тоненькое тело, и просто на меня даже оборачивались. Но мне тогда, вот когда люди говорят, ой, я сильно там похудею на сухих днях, там еще что-то, для меня это такое, что вот я даже в тот свой не самый лучший, не самый красивый период своей жизни, для меня это было абсолютно без разницы, и поэтому вот как-то, не зная, вот я сидела 2 месяца на одной капусте. У меня было раз в месяц одно яблочко. Это я себе позволяла, чтобы там, ну, потому что все фрукты, как правило, детям оставлялось. Вот, и себе яблочко вот раз в неделю я себе позволяла. и нормально. То есть это в любом случае все у нас в голове. А вообще, как сыроедить зимой? Ребят, блин, ну еще раз давайте я про свой клуб. Заходите в клуб. Давайте там сделаем, у нас прям там, я могу рассказывать, что можно сделать. Из таких продуктов, которые продаются в каждом магазине, которые стоят 3 копейки. Как сделать зимой тыквенный суп? Я сейчас, конечно, рецепты не буду рассказывать, да? Теплый тыквенный суп, например, из сыроедения. Там теплые макароны из, как он называется, из кабачков, теплый салат. То есть зимой же хочется что-нибудь тепленького. И из самых дешевых овощей можно себе сделать такие блюда, от которых ты будешь вот в холодное время просто кайфовать. И тебе не нужно будет выходить, срываться из сыроедения, потому что ты что-то, ты не согрелся этим, либо там как-то что-то не доел, что-то не наелся. Вот, то есть очень много всего, что может быть, поэтому много всего. Но просто я вам все меню здесь не смогу рассказать, поэтому вот как-то вот так вот сумбурно. Но приходите в закрытый клуб, и, может быть, кто-то будет свои даже ролики записывать, классных блюд каких-нибудь простых, потому что я понимаю, что есть всякие тортики сыроедные, конфеты сыроедные. Ребят, я ни разу не пробовала даже, потому что у меня в моем окружении, с которыми я лично общалась, у меня не было ни одного сыроеда. Вот как-то вот так получилось, я одна была всегда. Поэтому у кого-то прийти, чтобы в гости попробовать, у меня такого не было. А сама, чтобы делать, для меня это прям вообще проблематично, чтобы заморочиться, там эти орехи, что-то сделать, там еще что-то. Нет, максимум, что я делала, это я делала сыроедный борщ, но я очень любила, потому что я в свое время вообще борщ любила. И для меня вот этот сыроедный борщ, но одно время был просто спасением. Да, очень откликается Света про выбор пути между удовольствием от еды или от прекрасного состояния чистоты. Да, точно, точно. Добрый вечер, Светлана, добрый вечер. Так. Светлана, добрый вечер. Были ли у вас отеки на сухих днях и как вы с ними боролись? Были. Ребят, у меня были не просто отеки на сухих днях. То есть, смотрите, отеки на сухих днях, это же тоже, это идет гормональная перестройка. И что такое отек? У нас клетка, она как есть, так и есть. То есть, даже когда мы толстеем, когда мы худеем, у нас не прибавляется клеток. У нас клетка либо отекает, так сказать, да, вот в ней либо жировые отложения, либо водянистые, либо еще какие-то. То есть, она раздувается, и каждая клеточка раздуется, вот тебе, пожалуйста, этот отек. Либо сужается эта клеточка, в которой только свои родные компоненты, и тогда человек становится таким, какой он есть, должен быть в жизни. Вот. И когда у вас идет гормональная перестройка, когда вы добавляете чистые дни, часто очень добавляете, когда вы на чистом питании, ваш организм постепенно все равно перестраивается к иному образу жизни, потому что, во-первых, вибрации планеты у нас все равно не становятся другими, как ни крути. Хотим мы это признавать, либо не хотим, они у нас меняются. И помимо того, что наше тело пытается перестроиться под эти вибрации, оно еще пытается перестроиться под ваши внутренние вибрации, которые у вас меняются с каждым облегчением вашего питания. И, конечно, оно происходит иным образом, абсолютно по-другому. И еще могу сказать, что не только отеки бывают. То есть, как я с ними боролась? Я никак с ними не боролась, я не обращала на это внимания. Единственное, я рекомендую всегда, если чувствуете, что отеки, очень хорошо помогает. Утром начинаете подтягиваться, прям в постельке лежите, вот как детишки там, да? Тянетесь так, раза 3, прям с таким удовольствием. Вот. А потом, после того, как потянулись до туалетной комнаты, идете на пяточках. То есть, пока вы потянулись, ваши все сухожилия, все венки, все вот так вот растянулось, потом раз в свое привычное состояние, и кровь побежала, лимфа запустилась. А помимо еще этого, вы пошли на пяточках зубки чистить, там умываться, еще что-то. пошли на пяточках, и у вас пошла естественная вибрация вашего тела, и органы все тик-тик-тик-тик-тик-тик становятся на место. И тогда отек снимается, он буквально за сутки снимается. Если вы продолжаете быть на сухих, то он за сутки снимается. Я так справилась с этим даже, когда у меня был отек в венке. Да, я не знаю, многие, может быть, не знают, что это такое. Это такой страшный такой отек, что 30% людей, которые испытали это, их не удается спасти. Что такое отек в венке? Это когда точно так же гормональная система в раз перестраивается, тоже так, и ты за 2 часа, человек может сидя, может лежа, может в гостях, за 2 часа он и тебя распирает плюс 10-15 килограмм моментально. И этот приезжает, как правило, скорая, сразу же ставит уколы, которые противоаллергические, чтобы снять этот отек. Но просто не ко всем успевают приезжать, потому что если этот отек идет на горловую часть, то, как правило, человек задыхается. Вот. Он еще очень много идет на корень языка. Тогда человек сразу же умирает, его не успевают спасти. Ну, может быть, успевают. Я как бы не претендую на статистику, но просто говорю то, что я слышала, потому что у меня был в моей жизни 4 раза отек в венке, и я знаю, что это страшно, я о нем знаю очень много. Но тоже не буду сейчас вдаваться в подробности. В общем, это я уже на сухом дне, первый раз это у меня было на 20-м дне моего сухого, на моих сухих днях, на моих естественных дней, когда я утром проснулась и чувствую, что я какая-то вот, что-то мне неудобно. И когда я начала сгибать пальцы, и чувствую, что у меня пальцы не сгибаются, я посмотрела на свою руку, я все поняла. Я подхожу к зеркалу, и я понимаю, что я круглая, что у меня нет ни единой морщинки. И я просто готова всегда улыбаться. Тебя можно будет взять воск? Воск? Ну, свечки, где можно взять воск. Давай сейчас закончу, уже мне осталось 10 минут, я тебе дам, хорошо? Ага, мне просто очень надо воск. Хорошо. Вот, и самое, что интересно, что вот этот отек в венке, когда вот при болезни, очень часто он идет на гормональных препаратах, то есть у меня 2 раза он был в больнице, когда я уже лечилась от приступа астмы, и у меня он был в больнице, то есть мне его снимали медикаментозно. Он снимается в течение 2 месяцев. Он очень тяжело проходит. На сухих днях у меня первый раз он снялся, наверное, полностью, прошел прям совсем полностью, в течение 2 недель, но это с 2 месяцев до 2 недель, я считаю, что хороший результат. А второй раз у меня тоже был отек, ну, первый раз я встала плюс 10 килограмм за 4 часа сна, а второй раз за 2 часа сна у меня было, наверное, где-то плюс 7 килограмм, такой же он небольшой был, но он снялся у меня в течение 2 суток. Да, это бывает, это перестройка гормонального фона. И еще раз, ребят, прежде чем идти в сухие дни, очень рекомендую идти либо с наставником, либо с человеком, который знает, как устроен наш организм, либо самостоятельно себя очень хорошо изучать, потому что когда мы начинаем перестраиваться на иное питание своего организма, то у нас вылезают самые каверзные такие штучки, которые у нас, они, может быть, были, но которые мы не обращали внимания. А здесь они очень ярко, очень быстрыми вспышками, но хватает для того, чтобы человек мог напугаться этим. Вот. Поэтому нужно очень аккуратно, и поэтому я всегда говорю, ребят, перед тем, как заходить на сухие дни, сначала, в любом случае, посмотрите себя, изучите себя, посмотрите тех спикеров, которые об этом говорят, которые вам срезонируют, у которых достаточно большой опыт в этих днях, чтобы он мог вас скорректировать, если с вами будет что-то не то. Чтобы вы либо вышли, либо вы знали, что это через какое-то время это закончится, и это нужно чуть-чуть потерпеть. Либо вот тем-то нужно будет помочь. Ну, чем-то, я имею в виду, попить, поесть, там, либо какую-то индивидуальную гимнастику провести. Обязательно, очень важно, когда вы заходите на сухие дни, как вы заходите. И крайне важно, как вы выходите из сухих дней. это 50% того, если вы правильно вышли с сухих дней, 50% успеха того, что в следующие сухие дни с вами будет меньше вот этих вот неприятных аспектов, которые может выкинуть ваше тело. Так, отеки теперь все время и на сухих, и в дни с едой. Светочка, попробуйте вытягиваться, обязательно попробуйте повытягиваться утром, вот эти вот подтягивания. Очень-очень, чтобы прям так хорошо-хорошо, вот вспомните, как детки, аж бывает так подтянешься, аж потом в глазах темнота, вот прям до такой степени, раза три. Потом легли, все спокойненько и на пяточках. Вообще лучше, чтобы после того, как вы встали, на пяточках, чтобы вы как встали, чтобы вы на пяточках не меньше 2 минутки походили, даже вот зубки чистите и на пяточках. Это ваш тремор незаменимый, который будет вам все вот это делать. Привет из Екатеринбурга. Привет, ребята, из Екатеринбурга. Я, кстати, в Екатеринбург собираюсь в осенние каникулы с детьми приехать. Я там буду буквально несколько дней, если что. Я не знаю, еще билеты пока еще не проплатила. Поэтому, если что, с удовольствием я с вами встречусь, может быть, где-нибудь встретимся, потому что мне уже ребята некоторые написали, будет классно, если где-нибудь встретимся и поболтаем вживую. Так, Елена, Светлана, а как потом с сыроедения ушли на неедение? Вот так с сыроедения ушла, то есть я практиковать стала... Сухие дни все чаще, а потом как-то я поняла, что моему организму это не надо, это нужно психике. И я начала очень глубоко работать со своей психикой, смотреть всякие, что со мной происходит, записывать. Я уже показывала ребятам, в общем, у меня тетради, наверное, вот даже здесь, просто чтобы не тянуть. Вот таких вот у меня 4 тетради. Я записываю все, что со мной происходит. Я записываю свои мысли. То есть у меня приходят такие мысли, которые сначала придут, а потом я их осознаю. И когда ты их осознаешь, ты понимаешь, что в нескольких строках скрывается полжизни человеческой, за которую цепляются они не за то, что нужно. И вот эти вот осознания, они приходят именно на сухих днях. Я записываю все, что со мной происходит. Естественно, я не хожу всегда с блокнотом, то есть нет у меня такого, я как бы не какой-нибудь там заучка, трясущийся, вечно с ручкой ходящий. Но и как только у меня появилась возможность, я села, записала. У меня постоянно все время вот эти вот записульки. То есть у меня даже вот сейчас вот передо мной вот 2 блокнота, которые вот один для одного, другой для другого. Для меня это важно, потому что если я вдруг все-таки решу, у меня будет время, или я просто пока не знаю, как это сделать, не физически, не знаний у меня не хватает, как написать, мне уже многие просят написать типа что-то методички. Возможно, я просто вот это вот перелопачу, когда-нибудь напишу вот эту вот методичку, вот, которая будет постоянно как-то дополняться, наверное. Не знаю пока, это только все в проекте, пока на это нет ни времени, ни ресурсов. Вот. И вот так вот я, ну, ребят, я еще раз могу сказать вам, неедение, я вообще могу назвать человека неедом, наверное, после 7 лет, когда у нас меняется каждая клеточка, когда у нас меняется вот каждое межклеточное пространство, когда у нас меняется наше мышление, когда мы полностью обновляемся за 7 лет, человек обновляется полностью, в том числе и костный состав. И именно тогда уже, наверное, человека, можно сказать, вот он не ед, он 7 лет не ел, у него изменилось все, он на неедении, он весь переформировался полностью, весь на неедении, то есть он стал за 7 лет иным человеком. У меня еще очень маленький срок. Я могу себя назвать, наверное, в том понимании автономии, в котором оно есть, наверное, только после 2 лет. После 2 лет своего неедения, только так, наверное, могу сказать. Не раньше. То есть то, что сейчас, вот сколько-то там месяцев, это такая ерунда, потому что чистки еще идут. И когда говорят, что чистки вот первые там несколько дней, потом ты весь такой чистый, кристальный, это ерунда полнейшая. Вот сколько вот у меня есть, у меня все равно какие-то чистки. То у меня то у меня сопли пойдут периодически, но они очень быстро заканчиваются, то я чувствую, что мне что-то откашлять нужно, то у меня опять начали ногти отходить, но они прям вот, вот так вот, я не знаю, не видно, наверное, у меня под корень подстрижен, сейчас вот более-менее уже выправляться стали, а то прям вот, вот так вот они начинают, вот, и... А потом постепенно сами начинают отрастать и опять становятся как бы длинненькими, красивенькими. Вот. Это, я понимаю, что это уже не чистка организма, возможно, идет. Возможно, это идет перестройка. Перестройка всего аватара. Вот. Но она будет длиться, наверное, вот в таком конкретном режиме, я думаю, года два, не меньше. А что будет потом, я не знаю. Буду рассказывать. Обязательно приду к вам в клуб. Приходи, Наташечка. Так, Игорь Горинович, привет. У нас всем мало времени осталось, вопросов много. Я на сыроедении просидел месяцев 7-8. Чувствовал себя не лучше и не хуже, чем просто при раздельном питании. Потом сошел с него. Занимает слишком много времени на приготовление. О, Горыныч, ну это как кому как. Я, смотрите, я насчет приготовления я как бы не заморачиваюсь. То есть для меня что такое вообще сыроедение? Это либо я делаю миску капустного салата, и дети у меня с удовольствием едят, и я в течение дня ходила, подъедала его. Либо миску обычного салата, либо там себе маленькую кастрюлю сыроедного супа, который мне хватает на один раз, я не делаю. То есть для меня это трагедия. И фрукты, которые я не делала никогда салаты, фруктовые салаты. Для меня всегда приятно так их съесть, фрукты. А потом постепенно для меня было приятнее вот там порезать просто помидоры, огурец. И, например, сидеть, какими-то делами заниматься и просто их грызть. То есть уже не в салате, уже там не это. Для меня вот это вот приготовление, ну я не знаю, во-первых, у меня же еще как, я же все равно детям готовлю. У меня от приготовления мне никуда не отойти. И я, наверное, я от этого получаю удовольствие. Может быть так, может быть поэтому так. То есть для меня это тоже мое время. Я себе ставлю что-нибудь посмотреть, например, если я что-то хочу посмотреть, изучить, еще что-то. То есть я себе ставлю там телефон, планшет и на кухне что-нибудь готовлю. И для меня это тоже такой мой бонус, мое время получается. Поэтому не знаю. Но если вы себя чувствуете хорошо просто на таком питании, на котором вы есть, замечательно. Не надо ни за кем бежать. Это ваш выбор, это ваше питание. И если вам в нем хорошо, то это великолепно. Света, как насчет спорта в сухие дни? Нагрузка уменьшается? Так, у нас 58 минут уже скоро будет. Так, насчет сухих дней. Смотрите, ребят, каждый сухой день, он у вас будет проходить по-разному. Это в зависимости от того, какие у вас в этот раз начались перестройки. Что вы ели между теми сухими днями и этими. С каким настроением вы зашли. Какая атмосфера вокруг вас. Потому что эмоциональное состояние, оно очень действует на наше физическое состояние. От этого никуда не деться. Вот. И если вы только заходите, то я бы рекомендовала в первые 2 дня... У вас организм и так в легком стрессе без еды, ему и так нужно как-то перестроиться, подстроиться, что вот у него иной источник энергии пошел. И если вы его еще будете перегружать спортом, ну, я со своим организмом так не делала. О, осталось 27 секунд. Ребят, все, завершаю. Потом поговорим.